Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Просто Техник. Меня зовут Андрей. Сегодня ваше внимание представляю сцепку. Сцепка из трех культиваторов КСУП-5. Общая ширина захвата 15 метров. Поподробнее сейчас покажу вам все. Пройдем и все сейчас увидите. Культиваторы у нас КСУП-5. Они 2011 года, ровненькие, не гнутые, не ведёные. Колеса в отличном состоянии, даже не порепанные. Цилиндры новые, от слова совсем. Дышно все целенькие. Рама целенькая вся. Вот здесь вот есть небольшая сварка усиления, это не критично. Вот табличка 2011 год. Далее, второй. Что здесь делалось? Вот показываю. Целенькая, брус впереди. Колесо в отличном состоянии. Дышло тоже. Все целое. Цилиндр в отличном состоянии. Техника эксплуатировалась в одном хозяйстве. КФХ закрылась. И в связи с этим продается данная техника. 11-й год. И третий культиватор. Сейчас покажу вам. Ровненький тоже брус у него. КСУП-5. Цилиндр практически новый. Дышно целое, не вареное. Одно колесо в отличном состоянии, тоже табличка 11-й год. Пройдем сейчас по сцепке. Сцепка в отличном состоянии, тоже сцепка универсальная, она разбирается в габарит, выкидываются пальцы, соответственно она составная из трех частей, серединка и боковушки. Дышло тоже на стремянках откручивается. В принципе, вот дышло состояние. Шланги, патрубки, все в наличии. Подойдем сейчас поближе, еще посмотрим рабочие органы. Вот откопали. Так как техника давно стоит, пожалуйста, лапки со стойками. Остальные они как бы уже давно в земле закопались. Всего-навсего отсутствуют две стойки с лапками, вот эти вот в начале. Остальное все в комплекте. И одна из барон, вот немножко согнута, которая... Это старого образца бороны, S-образные. Борона тяжелая. Какие-то зубья еще походят, какие-то нужно точить. Уже перебрать под замену. Здесь вот одна уже. Это нового образца, тоже тяжелая брона. Это вот старого образца. Так. Нового образца брона. Друзья, обращайтесь, данная техника у нас в наличии. Приезжайте к нам в город Волгоград. Мы находимся на улице Исторической, 183. Все вам покажем и расскажем. Спасибо за внимание. До новых встреч.